Всем привет, друзья! Денечка, что надо сказать? Привет! Сегодня у нас очередное развивающее видео. Будем развивать творческие навыки и моторику. Мы будем готовить сегодня гусеницу. Нам понадобятся колготки, материал для набивки, газеты, тряпки всякие разные, ниточки, чтобы перетянуть наши узелки на гусенице. Дениска с мамой будут делать, я буду читать стихи про гусеницы. Да, День? А, у нас еще глазки есть. Для гусениц глазки. Мы их будем на клеевой пистолет сажать. Давай, покажем в камеру глазки, Денис. Глазки, да? Все, поехали, друзья. Будем делать наглядно. Все, мы отрезали уже кусочек колготины, с которым будем делать гусеницу. Все, Денечка, я читаю стихи, а ты маме активно помогай. Сейчас будете на секции разделять эту гусеницу, чтобы у нас как шарик получилось, да? Набивать ее всякими тряпочками и бумажечками. А потом глазки будете клеить, твое самое любимое занятие, да? Подтренируй мелкую моторику. Денечка, давай набивать колготочками гусеницу. Помогай маме. Я пока расскажу стихотворение про гусеницу. Мех ползет средь травы. Это гусеница вы? Вы направились куда? Лисик кушать, как всегда. Может, лучше на диету. Жалко лисик, все же лето. Денечка, а еще смотри, какое стихотворение есть. По листочку все ползет и края его грызет. А когда чуть подрастет, в кокон тело завернет. А еще через мгновение людям всем на удивление, выбравшись из заточения, бабочкой она вспорхнет. Дэн, а давайте теперь ниточку будем перевязывать. И вот здесь тоже перевяжем, чтобы у нас секционная гусеница получилась. Давай, помогай маме, что мама одна. Почему у тебя мама одна старается? Посмотри внимательно. Помоги маме. Не хочешь маме помогать? Почему? Тебе только глазки приклеить гусеницы, да? Ну помоги маме, давай, возьми себя в ручки. Давай пока мне глазки. Мы приклеим их обязательно, давай мне. Давай мне, мы потом их приклеим. Вот, День, помогай маме веревочки. Смотри, еще есть веревочки, на. Привязывай дальше на тело гусеницы. А я вам еще стихотворение расскажу. Гусеничка по листочку, слезла яблочку на щечку. Кто сказал закрытый плод? Не согласен мой живот. А вот еще большое стихотворение. Мне подарок гусеница в коробке от Вовочки. Гусеница-бусеница, бусы без веревочки. Я бы не отказалась от красивых бус. Но, как оказалось, этих я боюсь. Гусеница-бусы, она хоть и красавица, но, может быть, не вкусы, что бусы не кусаются. Денч, как тебе стихотворение? Видишь, как гусеница похожа на бус? Смотри. У нее разные секции. О, да, смотри, из веревочки можно циферку сделать. Мама, покажи ему, как можно циферку сделать из веревочки. Тройку, да. И мы продолжаем дальше, да? Следующих стихотворений вам расскажу. Денечка, ты будешь слушать еще стихотворение про гусеницу? Я не буду. Почему? Тебе не нравятся стихи? Да, попробуем выучить. Один нитку. Давай сделаем, смотри, самое простое, что можно сделать. Хорошо, дай маме сделать. Нитку. Так, сейчас у нас следующее стихотворение. С неких пор у нас живет в огороде тихоход. Удивительные раскраски, у него есть рот и глазки. Если очень повезет, скоро бабочкой вспорхнет. Давайте следующую секцию. Денис, смотри, какая у нас. Третья секция получилась. Давайте еще большое стихотворение. В банке гусеницу маме принесла Леся. Воспитаем ее сами, хватит в доме места. Что же кушает она? Я не знаю только. Дам ей желтенький банан, апельсина дольку. Дам ей муху, паука, дам ей хлебных крошек. Подожди меня пока, наловлю и мошек. И водою напою раскрасавицу мою. Вот такие, Денечка, у нас интересные с тобой стишки есть про гусениц. Мы из этих стихотворений что узнали? Что гусеница в бабочку превращается, да? То, что у нее есть секция, она похожа на бусы. Что мы не знаем, чем ее кормить. Что она может жить в коробке. Что она кушает листочки, да, Денечка? Смотри, мы закончили с секциями. Вот такая у нас получилась гусеница, но у нас самого главного не хватает. Мы не знаем, где у нее перед и где зад. Мы сейчас будем клеить глазки, Дин? Будем. Будем глазки клеить, да?
Ты почему маме не помогал? Смотри, как сложно было маме одной стараться. Все, Денечка, сейчас мы берем клеевой пистолет и ножницы. Нет, папе, это горячее. Берем клеевой пистолет и ножницы. Да, у нас клеевой пистолет горячий. Денис правильно говорит. Мы клеим глазки. Папе, это не висит, там горячее. Помоги лучше маме, смотри, веревочки. Папе, это горячее. Я уберу пока, да, все, убрал. Помоги лучше маме веревочки отрезать. Давай, возьмите ручки, ножницы. Все, веревочки отрезали, теперь глазки будем клеить, Денюш. Глазки будем клеить? Будем, папа. У нас скорее поделка от мамы. Мама будет клеить. А Динечка-то что сделает за все это время? У нас скорее поделка от мамы, стихи от папы. А Дине как наблюдатель в этом видео. Хорошо, Динечка. А вот другие посмотрят, детки скажут, а у нас вот мы сами клеим. Прижми, давай глазки хоть прижмем с тобой, Денюш. Давай прижмем с тобой глазки. Вот так вот, надави пальчиком. Прижимай глазки, чтобы они хорошенечко прикрепили. Ой, горячий. Горячий. А потому что склеиваю пистолет, нагрет. Пап, это повредит тебе. Мам, это... Так, смотри, мама что делает? Внимательно смотри. Что это? Вот глазки есть, носик есть. А что это будет? Папа. Смотри на папу. Это не трогай, это горячий. Денечка, смотри, это ротик, да? Смотри, глазки есть, носик. А мама сейчас что делает? Что это такое? Смотри. Глазки. Глазки? Где глазки? Покажи глазки. Так, где носик? Покажи носик. Я тебе подскажу. Вот он носик. Вот он. А это тогда что? Веревочка. Веревочка. Ну, веревочка. Это ротик. Мы из веревочки сделали ротик. Друзья, смотрите, какая у нас забавная получилась гусеница. Но правда, это была большая часть работы мамы. Денис у нас был как наблюдатель. Надеюсь, ваши детки подойдут с большим интересом к таким поделкам. Как я вам напоминаю в очередной раз, что не всем детям нравятся все игры. Но Денису нравится наблюдать, и он, наверное, будет играть с гусеницей с удовольствием. Да, Денечка? Да. Ну вот такой развивающий ролик. Надеюсь, он вам понравился, и вашим детишкам понравится именно рукоделие, а не смотреть, как мама или папа делают такую гусеницу. Ну, а мы с вами недолго прощаемся. Это был канал Baby Go. Ставьте нам пальчики вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте полезные комментарии. И в следующий раз будет что-то новенькое и интересное. Очередная развивашка. До новых встреч, друзья! И поцелуй! Папа, ты... И гусеница, пока, пока. Иди, целуй.